Всем привет! Сегодня будем модернизировать точильный станок. В моем случае была необходимость этому, не знаю, как для вас. Смотрите, если кому-то понравится, тоже может себе сделать такую штуковину. Давайте начнем, мы не будем долго тянуть. Поехали! Кстати, хочу напомнить, что у меня есть теперь Инстаграм. Там я выкладываю всякие фотографии, приколюхи. В общем, в стиле Инстаграма, сами все понимаете. Переходите, подписывайтесь, будем общаться с вами. Смотрите мои неудавшиеся самоделки. В общем, там будет все, что нету здесь. Вот такая вот штуковина получилась. Есть у меня такая алюминиевая трубочка. Ее сейчас разделю на три части. Задействую в деле, так скажем. Thank you.
Такую вот модификацию я сделал сегодня точильному станку. Для меня это очень полезная штука. Если что-то где-то подтачиваешь, если надо что-то подпилить, это очень замечательно. И не надо доставать болгарку. Ну, то есть вы все сами видели, что все работает. Ну, а на этом, наверное, все. Подписывайтесь на канал, жмите лайк, если вам понравилось видео. Пишите комментарии, будем с вами разговаривать, общаться. Отвечу всем. Ну и все. Пока-пока.